23-летний житель Саранска не смог устоять от соблазна и обокрал своих любимых женщин. Первое преступление молодой человек совершил в ноябре прошлого года, когда находился в гостях у бывшей возлюбленной. Оставшись на некоторое время, один в квартире, он зашел в ванную комнату, где увидел на полке 3 золотых кольца. Обвиняемый совершил кражу одного изделия стоимостью 5 738 рублей, которое впоследствии сдал в ломбард, выручив более 4 тысяч. Спустя месяц подозреваемый вернулся на место преступления и снова ушел не с пустыми руками. На этот раз украшение ему дала сама хозяйка, правда, не подозревая, что без возврата. В этом случае сумма причиненного ущерба составила 10 290 рублей. Украшение злоумышленник также сдал в ломбард, получив за них около 7 тысяч. Следующей жертвой золотого ухажера стала жительница Рузаевского района. Из ее дома он вынес 2 кольца, которые вместе стоят более 11 тысяч рублей. После задержания мужчина полностью признал вину. В итоге, кроме статуса плохого друга, за совершенные преступления мужчина получил 3 года лишения свободы. Правда, условно. Дарья Варгова, программа «Происшествия».